Идеей нашей организации является то, что, чтобы в бюджетное учреждение поставлялась не самая дешевая продукция, а самая качественная, так как это здоровье и будущее детей, а также малообеспеченных и социально незащищенных групп населения. Мы как ассоциация планируем проводить обучение работников бюджетной сферы, руководителей бюджетных учреждений для того, чтобы они могли правильно и оперативно отслеживать фальсифицированную продукцию и знали, что в этом случае им необходимо делать, в какие органы, в какие инстанции им обращаться. Входной лабораторный контроль либо отбор образцов позволит снизить такую вероятность, чтобы вместо, скажем так, масла не поставлялся маргарин либо спред в те же бюджетные учреждения. Со своей стороны, предлагаем руководителям бюджетных организаций уже сегодня начинать активную работу по сокращению возможного фальсификата. Что необходимо делать? Конечно же, любой руководитель может отправить продукцию для проведения комплексного исследования. Но, например, сливочное масло, которое закупается фактически каждый день, возможно проверить экспресс-методом. Три образца масла, которые вы видите сейчас на тарелочке, имеют одинаковый цвет. Если мы их поместим в люминоскоп и включим данный прибор, то увидим, что действительно настоящее масло, оно не поменяло цвет, оно осталось желтым, а два остальных образца стали белого цвета. Это должно насторожить руководителя бюджетной организации, и он не может принимать данную продукцию без проведения дополнительного анализа.